Да много женщин. Да, так что ослабляться-то точно даже в большинстве не следует. Рафига! И добивание! Шулунов мог подвести черту под этим матчем, но Локомотиву достаточно и трех шайб для победы. Рой ставит корпус на Данию, делает передачу. Момент шикарный, упускает Витязь. Илья Ежов спасает свою команду после броска Ивана Козлова. На последних секундах команда обменялись шиком. Илья Ежов. А Мартынов не сумел шайбу удержать. Выскакивает Горшков из своей зоны. Барулин там слева. Горшков в центр. Сам пауза и спасает Брускуряков. Сейчас уже, казалось бы, от неминуемой второй шайбы. Егор Горшков. Классный момент, но не менее классный сейв там совершает Илья Брускуряков. Да, в этой ситуации просто надо было поднимать.